Да. Здравствуйте. Здрасте. Алло. Здравствуйте, меня зовут Нуруша Вайгуль-Руфановна, я специалист по отделу взыскания «Кредит Стросфинанс», город Москва. Кустисов Дмитрий Евгеньевич? Да. Звоню по вопросу вашей финансовой задолженности перед банком ФК «Открытие». Задолженность у вас по потребительскому кредиту, который оформлен 17 декабря 2014 года. У вас на сегодняшний день составляет 610 тысяч рублей. Но вам сейчас банк предлагает акцию «20 сокращение основного долга процентов». Для участия в акции вам необходимо будет оплатить в размере 128 тысяч рублей. И вы входите в график. Либо второй вариант, если вы оплачиваете сумму в размере 602 тысячи рублей, оставшаяся сумма вам будет возвращена в размере 8 700 рублей. Ну что, оплату производите до 5 сентября времени? Нет, я, значит, благодарю вас за предоставленную информацию. Отчет вам давать не намерен, так как банк «Открытие» на данный момент перестал существовать на белом свете, то есть такого банка я не знаю. В реестрах Центробанка его нет, СК «Открытие». И, скорее всего, вы каким-то образом завладели неправдоподобной информацией. Никаких подобных денег в размере 600 тысяч я ни у кого никогда не брал и брать не собираюсь. Кредитами не пользуюсь. Сегодня делаю выводы, что вы, скорее всего, ошиблись, позвонив мне. Алло. Я не ошиблась. А я же вам четко аргументировал. Вы говорите, не ошиблись. Аргументируйте теперь вы. Что, есть банк «Открытие» такой? Вот есть такой банк «Открытие»? ФК «Открытие». Как? ФК «Открытие». Нет такого банка. Нет, он давным-давно был, поглощен другим банком. И сейчас СК «Открытие» не существует такого термина, названия и так далее. Вы тем более все знаете. То, что да, почему вы мне утверждаете, что я в какой-то там непонятной организации под названием «Открытие»? Кого отплачивать? Да нету такой организации. Да нет, то, что я кому-то что-то там должен, это одно. То, что у вас информация совершенно неправдоподобно, это совершенно другая ситуация. То есть из чего я делаю выводы, что вы не владеете информацией, завладели моими данными мошенническим образом и пытаетесь вымогать у меня деньги. 163-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Вы прекрасно знаете свои долги, то, что вы оформляли потребительский кредит. Вы прекрасно знали. Да, девушка, ответьте мне на один простой вопрос. Почему лично вам я должен с вами вступать в диалог? Вот вы работаете в этом банке, в котором я брал кредит? Ну, идите вас к открытию. Там, да я разберусь, куда мне ходить. Я разберусь. Мне еще соседи будут с площадки руководить моими действиями. Куда ходить и что делать? Не ваше дело, мое финансовое состояние. Я сам, собственно говоря, могу планировать свой финансовый бюджет. Поверьте, гораздо лучше, хорошо, чем вы. Решайте. Да это не надо мне указывать. Вы сами там своим родственникам указываете. Так вы все время говорите, да? Да вот и все. И не надо мне звонить. Вы уже пятое агентство, которое пытается на меня прыгнуть. Едет, быстренько спрыгивает. И долг актуален на сегодняшний день. Сумма нефиксирована в банке, она вас будет увеличена. Да, откуда вы знаете все? У вас все неправдоподобно. Да, а что такое, по-вашему, принудительный порядок? Ответьте мне. А вот ответьте мне, что такое принудительный порядок? На дыбу меня посадят? А вы что, не коллекторы, что ли? Смотрите, почему я вам не оплачиваю, а каким-то другим... А мы не выкупали вашу задолженность. Ну а что тогда вообще звоните тогда? Какой агентский договор? Нет такого банка «Открытие». Да вы прощупываете просто, можно ли со мной работать или нет. Да иди ты знаешь куда вместе со своим, там, где ты работаешь. Ой, слушай, да просто сегодня 1 сентября, я у ребенка стою на линейке и не хочу тебе хамить. Вот и все, у меня очень хорошее настроение.